А в этом видеоролике можно увидеть прохождение подземелья руины полководца Соло без смертей. Я постарался подобрать именно сейвовый билд для прохождения данного подземелья. Есть два ключевых момента, которые позволяют отхиливать хп моему нитевому титану. Первый и наиболее сильный элемент – это плетеный панцирь. Первоначально я получал его именно таким образом, уничтожал противника усиленной милишкой, на месте его гибели появлялось сплетение нити, я подбирал это сплетение нити и кидал себе под ноги. Но это работает, если только у моего титана будет установлен аспект нити «Бросок в бой». В руки я поставил модификатор, при уничтожении противника заряженной милишкой появляется сфера силы. В шлем своего персонажа я поставил модификатор, при уничтожении противников из солнечного оружия, в данном случае солнечного выстрела, появляются сферы силы. Подобрав эти сферы силы, мой персонаж, благодаря фрагменту, получает плетеный панцирь. Во втором варианте от хила нам помогает аспект нити Знамя Войны. Для того, чтобы активировать Знамя Войны, я специально буду уничтожать противника кулаком в ближнем бою, либо ударом меча. Знамя Войны хоть и не особо эффективно, но тем не менее восстанавливает здоровье нашему персонажу. Для того, чтобы продлевать действие Знамени Войны, я уничтожаю мобов абсолютно любыми доступными способами. Также нашел для себя достаточно интересные позиции и финального босса на верхних трех платформах. Я дамажу, укрываясь и пикая из-за крайних колонн. В любом случае, если у вас не получается закрыть соло без смертей то или иное подземелье, а хочется получить эмблему, обращайтесь ко мне, мой сайт xbido.com. За определенную небольшую денежку я вам его закрою. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, всем удачных прохождений и приятного просмотра.
это было? Я засек всплеск странной энергии одержимых. Химера. Наверняка аватар нашей Ахамкары.